Привет всем большим и маленьким любителям посылок из Китая. Сегодня ко мне приехала вот такая посылка. Получил я ее из магазина Гербест. Внутри находится ночник, который оборудован встроенным аккумулятором литий-ионным. От многими полюбившейся компании Xiaomi. Это так называемая новая модель. У предыдущей модели, которая у меня также есть в наличии, вот она, у нее нет встроенного аккумулятора. И в нее вставляются батарейки формата 3А. Ну, в данном случае я вставил аккумулятор из IKEA. Вот такая старая модель. Ну, давайте посвятим внимание новой модели. Здесь некая информация. Что здесь из понятного? Четверть ватта мощность, наверное. 5 вольт напряжения. И диапазон температур, при которых можно использовать данный ночник. Так, давайте откроем. Да, вот так он скрывается. Судя по габаритам, он чуть-чуть меньше, чем предыдущая модель на аккумуляторных батареях. Так, в коробочке сам ночник. Кабель USB, micro USB, ну это ожидаемо. Коротенький. И инструкция на китайском языке. Так, из примечательного здесь картиночки. Вот нарисован крюк, которым оборудован вот этот ночник новой модели. Переключатель. Off, on и out по центру. И можно вот на наклейки его крепить, либо подвешивать на вот этом крючке, если куда-то там в шкафчик вам захочется повесить. Угол. У датчика движения 120 градусов и расстояние 2-3 метра он срабатывает. Если большой угол, видите, близко к 120, то 2-3 метра. И если непосредственно напротив, то есть небольшой угол отклонения от направленности ночника, то до 5-7 метров. Это вообще шикарно. Хороший показатель по дальности, он будет срабатывать. Как всегда, все в пакетике, аккуратненько, у Xiaomi. Вот такой вот аккуратненький, очень красивый ночник. Вот тот крючок, по которому упомянуто в инструкции. Раз и подвесили. Очень удобно. Здесь, видите, блестящая защитная пленка у наклейки. Отклеили пленочку и приклеили в нужном месте. Соответственно, возникает вопрос, чтобы заряжать. Приклеивается не целиком ночник, а вот это вот, видите, на магните такая пластина металлическая. Вот это металл, здесь наклеечка и здесь встроен также магнит. Поэтому вы, наклеив ночник, на самом деле клеите только вот эту пластинку маленькую, а сам ночник можно всегда оторвать от этого места и поставить на зарядку. Зарядное отверстие, порт micro USB находится внизу. Вот это принудительно он включает подсветку. Светит новая модель фронтально. Так, на камере свет кажется прям белым совсем. На самом деле он желтый. То есть свечение, там, по-моему, где-то указано было, то ли в инструкции. В общем, теплый оттенок, очень теплый оттенок. Такой же, в общем-то, оттенок, наверное, и вот у старой модели. Так, я не понял, как ее принудительно включить. По-моему, она
принудительно не включается в только когда в темноте, то есть датчик освещенности понимает, что освещение достаточно большое. Сейчас попробую выключить свет. Может быть, удастся создать эффект темноты. Так, сейчас здесь я отключу и попробую так сымитировать. Нет, все равно из окна светит солнышко. Сейчас попробую. Вот удалось мне под столом сымитировать плохую освещенность. И вот, собственно, можно немножечко вот так оценить. За счет того, что здесь только по периметру светит не так ярко, в общем-то. А здесь светит прямо вперед, поэтому новый ночник поярче, конечно, будет в реальном использовании, на местности, так сказать, в квартире. Да, мне лично больше нравится вот этот вариант, нежели старый вариант. Ну, тоже имеет право на существование, такой более мягкий свет. Не такой яркий, но я люблю, в общем-то, когда больше света. Вот, что касается аккумуляторов, точнее здесь наличие аккумулятора, ну здесь это я уже поставил аккумуляторы, то что хочу сказать, на что прошу обратить внимание, если вы интересуетесь подобными ночниками, вы должны понимать, что, в общем-то, ресурс аккумулятора литий-ионного, он, конечно, присутствует. То есть со временем он будет держать заряд не так долго. Вот. Но, скорее всего, вот это количество циклов заряда-переразряда, оно, ну, сопоставимо, наверное, где-то с несколькими сотнями, как у любого литий-ионного аккумулятора. То есть это, скорее всего, порядка, ну, там, в любом случае, 300, 400, 500 циклов заряда-разряда, он будет довольно себя сносно вести и достаточно долго светить. Вот, поэтому, скорее всего, вам этого будет достаточно, пока он у вас, может быть, там не расколется, не надоест, в общем-то, появится что-то более интересное, то, чего сейчас вообще нет в продаже. Поэтому я бы, честно говоря, не зацикливался на вот этом вот, на этой возможности менять батарейки у этой модели. Или на то, что здесь он встроен, и можно его просто заряжать через кабель. То есть это такое вот неочевидное преимущество одного и у другого. Но, может быть, вы придумаете свое преимущество, например, что здесь можно вставить три аккумулятора, вот как сделал я, видите, большой емкости, он уже, ну, вот как только я их вставил, причем я вставил их распакованными из блистера, из Икеи, вставил, они были предварительно заряжены там до какой-то уровня. И, в общем-то, я их не заряжал. Срабатывает он у меня в прихожей. Периодически срабатывает. То есть не сказать, что он стоит без дела. То есть, в общем-то, мимо него вечером я постоянно хожу, он срабатывает. Каждый день однозначно. По нескольку раз. Ну вот, собственно говоря, аккумуляторы не приходилось еще заряжать ни одного раза. А использую я его уже где-то, ну, примерно 2 месяца. 2 месяца он у меня стоит, и вот зарядки пока не просит аккумулятора. Ну, здесь большая емкость у аккумуляторов, 2450 у каждого. Вот, поэтому, может быть, с этим связано, если вставить какие-то менее емкие аккумуляторы, то, может быть, чуть быстрее это произойдет. Но, в общем, светодиоды кушают немного. Вот, поэтому больше ориентируйтесь на то, наверное, я бы отметил вот для себя и озвучу сейчас, это то, что здесь есть крючок. Здесь в комплекте шла такая прозрачная вставка, она вставляется сюда, закрывается крышкой. И здесь тоже такое крепление наподобие крючка, в общем, петелька такая. То есть, в общем-то, тоже подобное, похожее крепление тоже имеется у первой модели, у этой. Плюс эта модель
как правило, продается чуть дешевле, чем новая модель. Здесь удобнее расположен вот этот тумблер переключения режимов. Здесь нужно открыть вот эту крышку, и он находится вот здесь внутри, вы видите. Здесь он находится снаружи, прямо в удобном месте. Видите, сверху. Очень удобно. Вот. И основное, на что вот я бы обратил внимание перед покупкой, это на то, что этот ярче, этот менее, это более тусклый. То есть не такой яркий, как новая модель. Вот это, наверное, более важная такая деталь, на которую стоит обратить, ну, повышенное внимание. Вот. Все остальное, ну, вкусовщина, то есть какие-то, да, видите, светит он ощутимо, ощутимо ярче. Да, причем, по-моему, при, если сделать режим ауто и добиться, так, сейчас я попробую добиться его включения. Включение, по-моему, даже я где-то смотрел какой-то обзор, что он вроде бы более ярко включается именно в режиме ауто. Ну, не знаю, сейчас мне сложно определить. Вроде примерно похожая яркость. Сейчас я быстро переключусь. Да нет, наверное, одинаково практически светит, но я не уловил разницы. Вот, то есть обращайте внимание на то, более яркий вам необходим и более компактный, или более рассеянный свет по кругу, который, в общем, тоже освещает, как, именно как ночник, он работает хорошо. То есть все видно, то есть вы не заблудитесь, не ударитесь, все будет видно, что вокруг, рядом с вами находится. Этого света вполне достаточно в режиме ночника. Этот более ярко, более направленно, то есть вот он реально перед собой освещает очень хорошо, как фонарик. Вот такая распаковка. Так, вернул свет. Если вам понравилось данное видео, то, пожалуйста, поставьте лайк внизу под видео. Подписывайтесь на мой канал вот здесь. Всем спасибо большое за просмотр этого видео. Всем пока!